Здравствуйте, вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами оперный исполнитель, которого знают и любят не только в Петербурге, но и с удовольствием приглашают на мировые оперные сцены. Это Владислав Сулимский. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Сулимский – российский и белорусский оперный певец, баритон. Владислав родился и вырос в Беларуси. Там же обучался в музыкальном училище по классу скрипки. Однако это образование так и осталось неоконченным. По воле случая молодого музыканта пригласили на прослушивание, где и был замечен его голос. Полностью посвятив себя вокалу, Владислав Сулимский обучался в Санкт-Петербургской консерватории, затем был солистом Академии молодых певцов Мариинского театра, а с 2004 года является солистом Мариинского театра. Владислав, ну мне кажется, вы являетесь ярким примером фразы «от судьбы не уйдешь», в том плане, что ваше попадание в профессию как раз-таки ничем иным, как, наверное, судьбой и назвать нельзя. Я спокойно занимался себе на скрипочке, которую очень не любил, честно признаться. Так получилось, что меня собирались отчислять, и никакой другой дороги мне, кроме армии, не оставалось. Волею судеб встретил завуча нашего учебного заведения. И он сказал: не расстраивайся, иди на вокальное отделение, там всех берут. Ну хорошо, попробую. Пошел, попробовал, оказалось, что все не так уж плохо на сегодняшний день. И вот с тех пор как бы другого пути для себя не вижу. Мариинский театр – это место, где вы в первую очередь состоялись, я так понимаю, потом уже последовали приглашения на европейские площадки. Если говорить о том, что для вас Мариинский? Это дом. Дом? Второй дом, да. Я отдал много лет жизни этому дому. Я не представляю себя ни в каком другом месте. Меня приглашали на фесты в разные театры, но не мое. А само ощущение театра, оно для вас больше на сцене или в какой-то закулисной жизни? Вы знаете, больше на сцене. На сцене и все, что, как говорится, вот подготовочный процесс к сцене самой. То есть наши концертмейстеры, коллеги, которые репетируют со мной. То есть я мало нахожусь в театре помимо работы. То есть на бла-бла-бла времени нет просто-напросто. Я считаю, что все-таки процесс подготовки, общение в процессе – это, наверное, один из самых главных факторов жизни в театре. То есть не все остальное, не мишура. Отношения между коллегами, между профессионалами, исполнителями. Набираешься опыта от каждого общения, то есть от уроков, просто от разговоров о музыке, о роли. В свое время вы говорили, что ваша, ну, такая своеобразная стратегия – это не работать с одним педагогом, а стараться организовывать какое-то общение с разными людьми, с профессионалами высокого уровня и брать понемногу от каждого. Абсолютно. Вы на тех же позициях остаетесь? Никогда не откажусь от них. Это мое кредо. В последнее время кто источники ваших новых знаний и шлифования мастерства? В последнее время у меня, как сказать, того самого времени и не было, чтобы куда-то поехать. Я занят. Угу. Вот так, один за одним. Но, несмотря на это, я ухитрялся находить время для общения с певцами, которые пели со мной, и разговаривать на профессиональные темы. Я всегда найду место, где поговорить, с кем поговорить и как о пении. В то же время, вот сейчас у меня последний такой рывок, очень трудный. Я посчитал, у меня за 18 дней 9 спектаклей, то есть получается через день. Но я нашел время, чтобы попасть в Милан и позаниматься своим любимым педагогом. Кто-то из оперных исполнителей, мне кажется, Анна Нетребко, по-моему, сказала, что помимо совершенно определенных там профессиональных качеств, у оперного певца, который много гастролирует, должно быть умение везде чувствовать себя как дома. Вам вот этого состояния достигать удается? Знаете, я привык к тому, что куда бы я ни ехал, я приезжаю как будто домой. Это нормальная такая жизненная позиция фрилансеров. То есть, если ты куда-то едешь, ты должен уметь настроить себя на то, что ты не чужой, что это твое. Ты как бы не должен отвлекаться на ненужные аспекты социума, которые вот тебя окружают. Я приезжаю в Италию, я точно твердо знаю, что зная язык, зная как бы местную ментальность, я буду дома. То есть первый раз, когда приехал в Швейцарию, мне было тяжело, потому что это немножко другие люди. Но буквально через два дня я уже свыкся и как рыба в воде чувствовал себя.
Если говорить о постановке «Макбета», я так понимаю, что это постановка, которую первоначально делал Дэвид Маквикар. И она считается такой неперенасыщенной там сценографией. Между тем, в современном мире есть огромное множество спектаклей, такие, знаете, спектакли-праздники. Вам близки и те, и другие форматы? Или что-то вам нравится больше? Знаете, я вот сколько уже лет, не знаю, 7 или 8 пою эту постановку в Мариинском театре. Больше удовольствия вот трудно представить, когда вокруг нет ничего, кроме одного этого дамоклового меча, который постоянно нависает, убирается, и партнеров. И ты волен делать все, что хочешь. Это самое большое вообще счастье для артиста, нежели когда ты полностью вставлен в рамки каких-то декораций, которые иногда мешают певцу. Вот у меня, допустим, была постановка сейчас «Макбета». Прекрасный режиссер Оливье Пью, очень известный. Но он наворотил такого, что просто иногда не успевал подняться наверх, там, или начинается отдышка, когда быстро бегаешь по лестнице. Ну, привык, конечно, к началу спектакля. Но это было тяжело и немножко отвлекало, действительно, от работы. А эта же постановка, это вообще уникально. Она, многие говорят, да, там сумрачная, темная, но такие времена были. Ну да, и собственно, вот и пьеса-то... Он потрясающе передал этот колорит тех времен. Поэтому, я думаю, зрителю понравится. Ощущение, когда ты постоянно остаешься наедине с артистом, мне ни один человек говорил об этом из зала, что вот потрясающе просто вот это ощущение, что ты поешь именно вот для нас. А если говорить не только о каких-то внешних эффектах, да, которые видим на сцене, а о самой трактовке, масса разных способов придать какое-то свое звучание режиссеру вот той или иной постановки. Насколько часто вы с этим сталкивались и насколько вам симпатично вот это вот веяние? С провокациями лично я не сталкивался никогда. Ну вот что касается, может быть, там политические какие-то аспекты, меня пока Бог миловал. Я просто слышал, что были ситуации, когда у меня знакомые певцы отказывались от роли, потому что там было что-то чуждое и притящее сознанию, то есть нормального человека. Допустим, Ленский и Онегин геи. Да, я слышала. Это где-то в Германии, то есть, по-моему, да? Да, то есть в Мюнхене. Естественно, человек откажется от этой постановки, потому что мало того, что человек патриот своей культуры, это просто недопустимо. Каким бы мы толерантными не были, артисты. А вообще, насколько вы готовы были далеко идти вот в каких-то сценических экспериментах? Что такое наиболее, может быть, модерновое или какое-то необычное к вам приходит на ум, когда вы вспоминаете вот свой репертуар на разных площадках? Да у меня в основном классика. У меня такого, самое такое необычное произведение у меня было, это, наверное, «Мертвые души». А, и «Нос». «Нос», да. Посмотрев постановки других режиссеров там, в европейских театрах, я понял, что наши постановки – это классика, чопорная классика, потому что ничего, кроме куража и какой-то, не знаю, веселости на сцене нет. Никаких пошлостей, ничего лишнего, что могло бы отвлекать зрителя. Я считаю, что для пошлости и для всяких изысков, так сказать, режиссерских, есть уйма альтернативных театров. Скажите, а с какой из ваших ролей вы почувствовали первый вкус успеха, когда вы сами поняли, что да, действительно, началось? У меня был такой вызов в жизни, это, по-моему, 10-й год в Швеции, в Мальмо. У меня агент мой первый пригласил меня на Луизу Миллер в Верди. Страшнейшая роль просто для баритона, это пик. А я даже помыслить не мог тогда об этом. Для меня там Дон Карлос это уже было. А потом подумал, а чем черт не шутит, дай попробую. И мы с моим концертмейстером, с Леной Константиновной, очень долго делали эту роль, готовились, пропевали. Иногда по несколько раз за день пропевали, чтобы это все в мышцы попало. Когда я приехал туда, я уже был, знаете, как гладиатор после Людума, готов к бою, все. И режиссер, итальянец Стефано Вицоли, он сказал, парниша, успокойся, все, я вижу, что ты готов, давай теперь будем спокойно работать. То есть для вас это был какой-то рубеж, да? Да, и вы знаете, вот это вот
стечение обстоятельств, вот, что вроде я приехал и готовым, но в то же время я был готов к тому, что будут какие-то трения, потому что все-таки я русский певец, итальянский репертуар достаточно серьезный, интернациональная бригада. Ну, знаете, это был настолько уникальнейший опыт для меня. Я никогда не думал, что вот человека могут поддерживать все. От рабочего сцены, с которыми мы потом еще 3 постановки прошли, и они как родные для меня теперь все, весь этот театр «Мальма», до главного режиссера. И это был, наверное, вот один из самых лучших моих контрактов в жизни. Вот о разности подхода режиссеров в России за рубежом мы уже немного поговорили. А что касается самой публики, вы чувствуете разницу между публикой зарубежной или там российской, европейской, или не в целом общеевропейской, а в каких-то отдельных странах? Как-то вы ощущаете вот залы, каждый по-разному или... Абсолютно. Как сказать, нельзя дважды войти в одну реку, да? И точно так же не бывает одинаковых залов. Никогда и нигде. Каждый раз что-то новое. Даже выступая в одном и том же театре, ты будешь чувствовать разную энергетику, потому что зал — это что? Это сгусток энергии от людей, которые слушают выступление. Естественно, кто-то доволен, кто-то не очень, кто-то устал, кто-то зевает, кто-то не доел или что-то. И это все идет на сцену. И также возвращается обратно в зал от нас, от певцов. То есть это нормальная практика, когда человек понимает, что зал никогда не будет таким, как он был ранее. В отношении же публики... Разница есть. Действительно, есть разница между нашей публикой и зарубежной публикой. Причем в каждой стране она разная. Допустим, вот в Германии у меня был концерт с Китаенко, песни и пляски смерти. Была как бы и запись параллельная. Видимо, их предупреждали, что аплодировать нельзя между номеров. А ну, мне-то не сказали это. Я спел первый номер, и тишина. Знаете, такое ощущение, что я здесь делаю? Ну, маэстро улыбнулся мне. Второй номер начали. Отпел второй номер. Там уже была трипак. Он уже более веселый. Смотрю, уже люди оживились. Ну, чопорные немцы, которые там сидят, вот так вот все слушают. Уже оживились. И даже пару человек попыталось похлопать, но шикнули, и они успокоились. Но после полководца уже, естественно, никто... Не выдержали. Не выдержал. Ну, это уже был конец как бы концертного номера. Ну, был такой взрыв эмоций, страстей. И отлегло. Уже следующий концерт был намного легче. Я уже все понимал, все знал. И еще интереснее стало работать. В Европе, вот в Швейцарии, в принципе, публика очень своеобразная. В выходные дни одна публика, в будни другая. Может быть, это связано с тем, что они все-таки сосредоточены на работе. И когда у них там выпадает вечер, пойти в театр, они все равно уже думают о грядущих днях, да? А в выходные они просто беснуются. После каждого номера, даже пусть не очень удачного, там, по мнению там, дирижера или певца, все хорошо, все прекрасно. Благодарные зрители. Да, благодарные зрители. А ну, русские зрители – это вообще песня. Я даже, наверное, вот больше люблю выступать у себя дома, в Мариинском театре. Обожаю публику эту. Сейчас многие оперные артисты нередко пробуют себя в каких-то смежных музыкальных жанрах. Кто-то пробует джаз. Не говоря уже о такой вещи, как, например, исполнение там военных песен по определенным случаям. Вы на эти территории заходили, собираетесь ли, интересно ли это вам? Единственное, на что бы я, может быть, пошел когда-нибудь. Может быть, попробовал себя в рэпе. Да вы что? Шутка. Я так понимаю, что, как у всякого востребованного артиста, ваш график известен там на долгое время вперед. Скажите, каких своих премьер вы ждете с наибольшим нетерпением? С наибольшим нетерпением я жду, конечно же, 22 февраля, где мне предстоит спеть Альбериха «В золоте Рейна», но уже не в концертное исполнение, а в спектакле. Ну, это приятное нетерпение или это какое-то тяжеловатое нетерпение? Это с содроганием жду, потому что это тяжелая работа, действительно тяжелая. Выучить это наизусть. Неподъемный материал, в принципе, который люди годами учат. Ну, я попытаюсь. Уйма еще работы предстоит. Шедевральная с Риголетто, которой у меня уже 3 контракта подписаны. Осталось только выучить роль. Дело за малым. Дело за малым, да. Но я чувствую, что это мое. Люблю вердевских стариков. Играть.
Ну тогда мы со своей стороны можем только пожелать вам успехов и в предстоящей премьере здесь, и в будущих ваших спасибо большое. Спектаклях спасибо. Европейских. Спасибо, что заглянули в гости. Спасибо.